Новые правила позволят существенно уменьшить время при подаче заявления, а также сэкономить деньги при регистрации документов. Почему у нас идет уменьшение государственной пошлины? К нам раньше подавали заявление о регистрации договора и платили госпошлину. Заявление о переходе права опять платили госпошлину. Сейчас заявление о регистрации договора подаваться не будет. И госпошлина не будет уплачиваться за регистрацию договора купли-продажи жилья. Такая система действовала раньше при продаже нежилых помещений и земли. Органы Росреестра регистрировали только переход права. Однако прежняя форма сохраняется для регистрации некоторых других договоров. По-прежнему сохранены требования о регистрации договора долевого участия и договоров ипотеки. Они регистрируются. С 1 марта осталась и регистрация договоров аренды недвижимого имущества. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика.